Так, друзья, всем привет! Мы с вами переехали озеро. Сейчас заходим в лес. Находим концентрацию кабана, более-менее хотя бы 2-3-4 следа. Выкупаем там нашу еду и ждем недельку-полторы. Если все срастется, кабан начнет ходить, мы сможем его добыть. Если не срастется, ну, значит, звери просто будут кушать, а мы посидим на бобра. Сейчас идем в озеро и там где-нибудь рядышком соорудимся. О боже! О боже мой! А вы думали, это вам не плюшки трескать? Где тут найти более чистую дорогу? Понятия не имею. Фу, о, ребята, следов здесь много. Я смотрю, есть косулячий, но вроде есть похоже что-то и на кабанячий. Много следов. Вон зайчи. Да ладно, зайчи. Ты камеру еще выше задери, чтобы мы космос поснимали. Сейчас мы открываем карту. Здесь у меня было недалеко болотце, на котором жили бобры. Сейчас я гляну, где оно, в каком направлении. Ближе к нему максимально подъезжаем, чтобы до озера было метров 70-80. И вываливаем кучку. Вот. И смотрим место, где мы можем на лабазе-самолазе залезть, на бобра посидеть. И чтобы у нас совместить охоту до конца января. Ну, замерз уже. Давай, переехал на правую. Что, Берта, он издевается, да? Ага. Это мои супер валенки. Тут негде ехать. Олег? Да.
отсюда все доезжаем и туда налево туда. Все поняли. Уже темнеет. Мы ходим тут уже 8 часов по лесу. Короче, заблудились мы. Спасайте нас. Ну, ребят, катались мы, катались, блудили с супругой. Нашли место более-менее подходящее. Делаем кормушку, вываливаем еду кабанам. Ну, с бобром уже как-нибудь разберемся по-другому, в другой раз. Все вываливаем. Вот с деревом еще определиться, с какого стрелять. А? Да я собаке говорю, это не тебе, тебе дома. Так я затяну. Чтобы наверняка. Ага. Пока.